Приветствую, господа. Давайте рассмотрим эфириум. Эфириум. Вот здесь такой вот график есть по эфиру. Тут ожидание, ожидание. Отскока вверх или вниз. Давайте рассмотрим, что эфириум сейчас представляет. Они здесь ждут. Они думают, что эфир будет... У эфира будет достаточно силы делать like new leg up. Сделать это. Ну, в общем, короче, эфир. Давайте посмотрим, что нам подскажут эти карты. Эфир. В настоящее время, что он сейчас из себя представляет? Что нам подскажет карты Таро? Ну, карта Таро золотого тельца Веры Скляровой. Давайте зарядим эфирчик. Эфир покажет свое истинное лицо. Сейчас. О, сейчас он. Достаточно сложной ситуации. Это у нас что? Девяточка мечей воздуха. Прям что безумие. Ага. Это в данный момент времени. Видите, какая печальная картина. Ужасная картина. Ужасная картина. Откроем ее. Ну, и колода, она так отсвечивает. Упс. Повешенный сразу вылетел. Подвешенное сейчас состояние. Вот он, аркан. Старший аркан повешенный. Подвешенный. Видите, какая красота. Он бликует. Почему я, собственно говоря, так это еще не вижу. Колод красивая. Так, повешенные. И что подвешенное говорит? Упс. Вот он. Кубки. Такая картина интересная. Прям Фата Моргана. Кубки. Да. Семерка кубков. Это, к сожалению, такая иллюзия. Здесь даже это страшнейшая иллюзия по эфиру. О-хо-хо. Это почка. И посмотрим недельку. Неделя. А давайте это не неделя, а давайте до, скажем так, на 10 дней. На 10 дней. На 9 дней даже. 9-10 дней. Так, начало 10 дней. Конец. Середина 10 дней. И конец 10 дней. Эфиром. Что у нас? Ну, кого-то это показывает. Красота, перевернутая башня. Но особых разрушений не будет этот муханда. Да. Так, начало. Перевернутая десятка жезлов. Тяжесть какая-то будет снята. Император в середине недели перевернутый. Это тоже не есть хорошо. То есть какой-то поддержки, опоры не будет. Но в результате у нас будет мечевой рыцарь. Рыцарь мечей, так красивый на золотом коне. Куда скачет? Скачет, скачет. Вот так вот. И результат вообще. Нет. О, результат не очень-то. Видите, тоска печаль, и все это. Тоска печаль. Так, королева Пентакли перевернута. Это супер жадность какая-то. Ну нет, здесь роста не будет. Так, что мы можем здесь... Посмотрите, перевернутого этого императора. Угу, выбор. Вот так вот. Это получается двойка. Двойка мечей. Выбор. Куда идти? Это у него в руках. Двойка жезлов. Видите, человек стоит и думает, то ли туда, то ли сюда. То есть жезлы. Это тоже неизвестно на этой неделе по перевернутому императору. Что будет продолжаться. Ну нет, здесь не будет.
принципе, ничего этому. В принципе, может быть, небольшой рост. Но я не думаю, что это будет отскок. Это будет боковик, скорее всего. Скорее всего, так. Да. Ну вот, начало недели. Стулья так, они, которые стояли. Шатка. Балка. Перевернулись. Кверху ногами. Все. В середине недели очень будут сильные манипуляции. Ну, где-то так вот. Не недели, а в середине 10-дневки. Очень сильные манипуляции. Прям таки магия. Вот здесь, на этой карте. Сам маг манипулированный. Он управляет при помощи воздушного змеи или воздушного шара. Инволюционные процессы очень серьезные были. То есть вот она, спираль. Эволюция. Она перевернула, значит, это эволюция. Но в конце концов, какой-то будет манипулятор, типа мага-фокусника, видите, как денежками жонглирует. И дырочку. Куда идет дыра? Черная дыра. Ну, неутешительный прогноз. К сожалению, всего доброго, всех благ, до свидания. Удачи, профита.